На алматинской барахолке в поселке Заря Востока таких точек общепита множество. В каждой налицо полная антисанитария, зато обширный спектр услуг, недорогое меню, игровые автоматы и спиртное на выбор. Как вы видите, да, хозяина нету. Сейчас мы его вызвали на завтра в 10 часов санэпидемстанцию. Завтра он обещал, что приедет. Как он приедет, мы заполняем протокол. И направляем материал в суд на закрытие. То, что нет хозяина и разрешительных документов, это полбеды. Столовая не только возможный очаг инфекционных заболеваний. Здесь существует угроза взрыва газовых баллонов и возгорания электропроводки. Газовый баллон должен храниться в железном ящике 15 метров отсюда, от здания. Вы знаете об этом? Вам не жалко людей, которые взорвется, не дай бог, здесь газовый баллон этот? Администратор не смогла ответить проверяющим. Видимо, прибыль важнее здоровья посетителей. В другой столовой такая же ситуация. Местный повар без каких-либо кухонных приборов орудует грязными руками. Постойте, постойте. Почему? Только что я видела, вы руками брали картофель фри и ложили в тарелку. Вот. Почему вы так делаете? Это же люди потом кушать будут. Таким образом, проверяющие заглянули в три точки общепита. Всем владельцам оставили уведомление о явке в местные ЧС и санэпидемстанцию. К сожалению, без вмешательства прокуратуры и судов наказать безответственных предпринимателей и ликвидировать их грязный бизнес ни ЧС, ни санврачи не могут. Айбану Анарбаева, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.